Ну что, приехали мы в ЗАГС. Вот, сейчас будем расписываться. Дела серьезные. 23 сентября или 22 сегодня ноября. Да, мы сделали это заранее. Вот, делаем это заранее. Поэтому вот буквально через 6 минут нас ждут на роспись. Через 6 минут мы станем мужем и женой официально уже. Вот поэтому. Он мой муж, а я его жена. Вот такие вот дела. В общем, любите друг друга. У меня руки трясутся, да здесь камера не тряслась. В общем, запомните нас такими красивыми. А Саша, зачем запоминать-то ему? Мы всегда такие будем. А Саша говорит, а что ты, Женька, не переживаешь? Я говорю, ну потому что мой мужчина как бы все держит внутри, а женщина у нее все наружу. Я даже говорить толком не могу, потому что все, уже время близится. Приблизилось все, уже. Все, пошли.